Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер, я продолжаю проходить Битву Империй. Поехали. Германия? Взятый нами позавчера в плен курьер рассказал, что в селении находится аппарат прямой связи с французским штабом. Если уничтожим его, взять позиции лягушатников будет намного проще. Действовать будем так, чтобы ни одна душа не узнала о нашем присутствии. Так что не шумим. Стефан, что там с обстановкой? Так. Точка связи находится в доме в центре деревни. С юго-западной стороны нет дозора. Если не считать одного часового. Думаю, незаметно пройти будет лучше именно там. И еще, может пригодиться. Судя по тому, что я услышал, где-то здесь складирован неплохой арсенал. Хорошо, парни, план такой. Крадемся через западную часть деревни, гранатой ломаем им радио и перебиваем их всех. Вместе мы прошли через всю эту войну, поэтому не вздумайте мне тут умереть. Сколько можно? Когда же закончится эта война? Это у нас 17-й год. Ну, недолго еще. Чуть-чуть повоюете и конец. Это и есть ваше условное радио? Или тот кинескоп? Кинескоп. Круто. Кинескоп и есть ваше радио. Проклятые боши. И не сиделось им в своей Германии. Да чё ты, братан? Нормально же всё. Verstanden. Сейчас я тут все на изи сделаю. Делать-то нечего. Граната гарантированно разнесет аппарат связи на куски. Какого черта? Я же говорил, действуем тихо! Теперь сворачиваемся, пока нас всех тут не порешили! Че? Вся Германия смотрит на... Ну вот, окей. Так, а вот и мы... Ой, стоп. Молодца. Что-то вам там не понравилось, да? Понравилось. Значит, мне, собственно, на руку. Граната гарантированно разнесет аппарат связи на куски. Босс. Говорят, скоро наступление. Погоним мы немцев в шею. Черт. Тут надо тебе было. Кайзер Вильгельм лебе хох! Черт, палят же. Палево. Палево. Боже, здесь! К оружию! Я предупрежу штаб! Твою. Блин, я вот одного не понял. Ой, опять перенковку выкинул. Почему он
не умер с одной граната тычки приклада. Гарантированно разнесет аппарат связи на куски. Боже, здесь! К оружию! Я предупрежу штаб! Да сейчас. Предупредишь какого-нибудь. Какого черта? Я же говорил, действуем тихо! Теперь сворачиваемся, пока нас всех тут не порешили! Сюрприз для гушатники! Вся Германия смотрит на вас, солдаты! Вперед! Покажем этим французам! Так, мы выполнили или просрали? Квест. Какая позиция? А, на этих уже пуху, да? Я вот только думал при загрузке этой миссии, почему только за стороны победителей мы играем? Чем эти хуже, ребята? Так, я на всякий случай в газике на свои ходить. Огнеметик. О, да. Вот какой скупой заряд, ага. Это понятно. Так, блин. Французы, значит, да? Ух ты, а таких орудий я, кажется, не видел. Видел только стандартные, которые и та сторона как бы использует. Ух ты, а ты так бодренько катишь. Мне нравится. Бодрячком едет. Едут. Чё это такое? ФТХ. Ложись. Аллах Акбар! Аллах! Аллах услышал меня. Нам не прорвать их оборону! Отходим! Отходим! Все назад! Чё? Чёрт бы побрал этих офицеров! Они же отправляют их на убой. Так, взвод, действуем. Сейчас быстро и незаметно проходим к позициям противника. Уничтожаем расчеты и захватываем мортиры. Это же был мой танк, он должен был тут зарешать. Но его ж не пробивают, я должен был тут зарешать. Их оборот. Сейчас его в бочину выбьют. Когда у наших парней появится хоть какой-то шанс. Всем пиздос. Так, ладно, ребята, двигаем. Чё мне нужно выгасить? Ага, то есть мне сюда. Ну и как нам сюда попасть? Ага. Понятно. Сейчас вообще запрещен огонь. Интересно. Танку конец. Отлично. Двигаем. Кстати. Прикладом по затылку. Вообще всем похуй. Ну, этот парень напрягает. Так быстро граната. Черт. Нормально. Добросишь? Не добрасывает. Черт, у меня скайп на нормальном режиме. Херово.
Так, ребят, поагрились. Должно будет пробиться. Теперь убегаем. Дождик, нас никто не увидит. Не слышит и вообще. Так, ладно, я пошел. Возьму пару гранат. Ох, ё, что это? А, да, понятно. Гранат нет. Кстати, проверка багов. Да, реально 20-миллиметровые снаряды. Да. Тут разраб не врал мне. Реально пиздос творится. Так, мне нужно всего лишь немного забросить гранаты. Сука, только один умер. Проснись! Твою мать, в конце этому парню. Беги, сука, беги. Че, лошара? Где мы стол? Вот мы стол. Так, стол подобрали. Отлично, мы на коне. Что это? Артподготовка пошла? Неспроста тут взорвалось что-то. Да, это артподготовка наша. Красота. Смотреть в эту сторону, сучар. Всем в эту сторону смотреть. Ты как далеко можешь стрелять? Ага. Понятно. Так, ну что, мои махмуты? Пошалим. Так, с тебя, Махмуд. Вот это. С тебя, Махмуд. Вот сюда вот. Ну, а ты вот сюда вот. И вот так вот понеслась. Раз. Куда это они решили стрелять сами по себе? Раз. Сейчас этот сам стреляет куда-то. Два. Мы на минометах, ребят, вам нас не достать. Мы на минометах. Не поймать. Согласен. Вперед! В атаку! Шевелитесь! Думаю, хватит. Мы наделали дырок в их обороне. Теперь пора уносить ноги и заняться французскими складами. Уверен, пара больших взрывов в тылу сделают жизнь этих месье ярче. Если вы это о чем? Танк. This is a tank. Каким это чудом? Эй, Махмуд, ну-ка, цельным огнем отработать.
работаете, Махмуты. Что ж ты так криво так гасите, а? Херня ведь. Ну, не все хорош. Так, как тут дела, ребят? Врать должны проламывать. Если вы не будете тут сейчас. Хотя херня все равно их не пробивает. Нормально. Ну, доты. По карте тут мост. Где он? Доты потом. Давайте, ребят, бегите. Можно как-то быстрее что-то. Топа, где третий? Джекпот, парни! Всегда мечтал заиметь трофейный танк. Ну что ты там возишься, Луи? Нас ждут на передовой! Братан. Jawohl, Herr Leutnant! Deutschland unter alles! Jawohl, Herr Unteroffizier! Фух, блядь. Zu Befehl! Где остальные? Не понял. Тут должен быть еще один наш. Что он делает-то? Ладно, друг, беги сюда, если сможешь. Все, братаны, залезли. О, тут уже хаос творится. А тут внутри просторнее, чем было в моей камере года два тому назад. Ах, жаль, что там не было столько же пушек. Если мы выберемся из этой передряги, я тебе их туда принесу. Ага. Еще один пустой там. Очень здорово. Сумновато, а так все заебись. Намахнулся, слинулся. Мой косяк. Готово? Ой, нихуя не готово. Вот мне нужно сюда попасть, куда-то. Чё ж он нажит? Нужно-то? Остался этот склон, да? Окей. Там у нас пулеметик жалкий. Ай же, двигайся! Мов, мов, мов! Сейчас ответка пойдет. Надеюсь, ты достаточно крепкий, чтобы выдержать. Похоже, в этом здании располагался штаб. Разрешите проверить, герр обер-лейтенант. А вдруг там найдется чего интересного? Поехали.
Обрушим налёты. Опа, а как это они могут и заряжать, и стрелять? Странно. Да похуй, собственно. О, чем это вы там пытаетесь ко мне гасить, а? Ребят, обычные гранаты кидаете? Или чё? Ой, ёбка, ну... Там это самое, кажется, здесь задница начинается. Задание. Ну, отсюда мне уже не выбраться, наверное, да? Мудифай. Мне бы этот, от этих вот дебилов отвязаться. Мне еще из двух пулеметов стреляют. Едет, заряжает, с пушки стреляет, из двух пулеметов. Ну ты вообще мастер. Ты, может, стрельнешь? Другой стороной, дурик. Вон он, по этой хуете. Блять, все елки покосили, но друг друга не уничтожили. Выжил. Умер. Отлично. Еще едут. Я тут что сделаешь еще? Так. Вот эту танкетку надо бы выгасить, наверное. Не надо. Наверное, надо бы. Ого! Фугас таки просится. Шмяк! Не зря просился. Так, что тут едут? Еще одна такая херня. Блять, сколько ж тут ехать, да? Заебали, лезут и лезут, а? Вообще. Походу не дают. Ж они не додумались в тот танк залезть еще. Эй! Я тут что, целый фронт должен перечистить? Как бы не сильно против, но все же. Работал. Ты куда? Есть. Готов глушок. Чё по снарядам? 46. Изи. Сейчас их всех дрюкать буду. О, да. Немножечко доминатой, они прям подо мной. Говорю, не нравится. Сука, еще прут? Ой, да пошли вон. Едем. Называется напролом. Вот, сука, мой боец. Танкисты? Офицеры? Кто это? Неважно. Отрах. Сейчас не ответку пошли по мне. Это сужился он же, залезь внутрь. Есть. Батон уничтожен. Пусть они там сзади скапливаются, скапливаются, я сейчас сюда подъеду. Так, что мне тут нужно забрать? Я даже не вижу. Что мне надо забрать. Разворот. Блин, мне нужно все полностью зачистить. Все. А чё боль будет? Чё? Мешает тут. Это херня остальная. Жмя.
Твою мать, еще прутся. Можно как-то без этого? Ты уже немножко заебался. Промахнулся. Бесконечный поток пехоты противника. Как я это люблю. Серьезно, может мне кто-нибудь поможет? Давай только без геройства. Если там никого нет, осмотри все. Может и правда чего найдешь. Если там французы, лучше вернись за подмогой. Это о чем? Хочу вот там находиться. Олег! В смысле ты вылез? Ты теперь не мой, да? Круто. В смысле ты теперь заряжающий? Слышно, отошел. Кто это? Это есть? Да. Это ты можешь как-то быстрее? Мне типа времени не сильно. Неужто и мне придется вывести? Ладно. Ты чё обыскать вообще? Ленты. Твою мать! Только этого мне не хватало. Залезай давай. Быстро, разворот. Чё вообще нужно, чтобы я тут нашел? Из автострельбы, пожалуйста. Ну, этот парень молодец. Прикрой его с другой стороны. О, да тут пехи кончаются у противника. Отлично. Они куда-то туда растянулись. На! И уж куча пехов. Блять, там просто. А, значит, конвейер не кончается, они все еще просто. Здорово. Сука, два? Да ладно. Не хочу два. Это опять неприятно. Сука, что мне там мешает-то, а? Ну да, давай, теперь отвык. Курсовой пулемет. Ну, а тут будем трюкать. А, давай. Будь так любезен, умри. Так, вот этот вот боец мне бы очень пригодился. Беги сюда, друг. Так, мой друг все еще тут. Ой, ёба, чуть не слился. Так, не пробьешь. У меня на лбу 30 миллиметров. Только это не хватало. Не пробьет он, ага. Зато пушку выбьет. На ура. Черт. Готов я. Быстро. Беги, сука, беги. Нам нужно найти тут хоть что-нибудь. Мяч пиздос. Давай. Просыпайся. За пулемет садись. Так, стоп, а тут вообще что ли ничего нет? Тут ничего нет, тут пусто, ребят. Чё вам от меня надо? У меня тут танк рванул, между прочим. Ленты для пулемета надо? Не думаю. Танкист, танкист. Нет, это не то, что мне нужно.
Ну, блядь, ну штаб штабом, но тут нихуя. Совершенно нихуя. Уходи. Так, не успел. И взять документы. Но нет тут никаких документов. Их унесло куда-то. Взрывами. Документы? Кассы. Опа, братан все еще жив. А, нет, да. Нету. Так. Пистолет. Еще пистолет. Стену расстояли. Винтовки. Граната, да. Беги, солдат. В море нихуя нету тоже. Ближайшее побережье тоже нихуя. Беги, дурак. Дурашка. Блять, дурашка опять откинули. Дурашка пиздос еще будет. Не могу я ее опускать, что? Не могу. Сдохнуща. Ты попасть не можешь? Ты стрелять. Это прям идеальная компания. Стреляют спидеры по мне. Ладно, давай посмотрим, что дальше будет. Сейчас я не понял. Чё, типа стал бессмертным? А, сейчас должен был произойти триггер. Я понял. Триггер, которого нет. Триггер, когда он обыскивает на это помещение. Триггер, чекпоинт, блять, это как херня называется. Нет, точно не чекпоинт. Возможно, триггеры. Здесь уже все. Ну, думаю, тут все. Перепроходить эту миссию я не собираюсь, ибо она скучная. Ну что ж, а на этом я закончу. Собственно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.